Последние репетиции перед премьерой российской версии известного бродвейского мюзикла «Чикаго». Авторы проекта Филипп Киркоров и Алла Пугачева уверены, что успех мюзиклу уже обеспечен. Репортаж Татьяны Гончаровой. Огромная афиша с 4-метровыми красными буквами, вероятно, заставит многих забыть, что здесь когда-то стоял дом на набережной, в котором находился театр, некогда столь любимый поклонниками советской эстрады. В театре эстрады надолго отменяются все спектакли, выступления писателей-сатириков и юмористов. Теперь здесь живет мюзикл «Чикаго», на который можно будет попасть не менее чем за 250 рублей на самые плохие места. До премьеры остались считанные дни, идут последние репетиции. И 4 октября, как считают продюсеры «Чикаго», в Москве начнется эра российского мюзикла. Купив у американцев права на постановку мюзикла «Боба Фосса Чикаго», Филипп Киркоров и Алла Пугачева поставили на карту почти все. Деньги – 5 миллионов долларов и стабильный доход. У звезд отменились все гастроли и концерты. Они уверены, все, что в этом жанре делалось на столичных подмостках раньше, мягко говоря, несерьезно. Мы хотели отличаться выгодно, отличаться и от других мюзиклов, которые ставятся на наших сценах отечественных. Пожалуй, с этого мюзикла и может начаться та самая школа, которую можно организовать. И тогда начнется вот эта эра мюзиклов. Вы увидите историю об убийствах, жадности, коррупции, насилии, эксплуатации, супружеской измене и предательстве. Вот, собственно, и все краткое содержание. Два десятка полуобнаженных соблазнительных девушек и элегантных юношей на языке песен и танцев погружают зрителя в аромат города Чикаго 20-х годов. Никакой фонограммы. На сцене живой оркестр. Исполнитель главной роли Филипп Киркоров. Репетиции, производство декораций и костюмов, подбор актеров – все происходило под неусыпным вниманием американской продюсерско-творческой группы. Любая самодеятельность со стороны русских расценивается как повод к расторжению контракта. Они удивляются, что так холодно в театре эстрады до сих пор, понимаете? Я говорю, 15 октября начинается отопительный сезон в Москве. Russian tradition. Они этого не понимают и, конечно, никогда не поймут. Кстати, кастинг на роль, прожженный опытом мамы Мортон, прошла и Алла Пугачева. Но на сцену звезда собирается выйти лишь тогда, когда мюзикл потеряет интерес зрителей. Билеты по спекулятивным ценам можно купить уже сегодня, в первый ряд, на премьеру, но не менее чем за 10 тысяч рублей. Татьяна Гончарова, Станислав Пономаренко, «Вести Москва».